Сначала ставим указательный палец в баре, потом безымянный палец на четвертую струну, мизинец на третью, средний на вторую. Почувствовали, что зафиксировали аккорд? На 5-7 мм отодвигаем, отпускаем и опять прижимаем. Почувствовали, что зафиксировали аккорд? Отпускаем. Прижали. В исходное положение. Еще раз поставили аккорд. Отпустили. Поставили одним движением. Отпустили. Поставили одним движением. В исходное положение. То же самое с другим видом аккорда. Поставили указательный палец. Безымянный на пятую струну. Мизинец на четвертую. Средний на третью. Поставили, зафиксировали. Чуть-чуть отпустили. Поставили. Отпустили. Поставили. В исходное положение. Научились играть на пятом ладу. Сдвигаемся на четвертый, третий, второй и до первого лада.